Тюменцева руководитель коммунального предприятия заплатит штраф максимум 1000 рублей. И это наказание за то, что долгое время значительная часть поселка оставалась без воды. Летом прошлого года в Тюменцево обрушилась водонапорная башня. Многим жителям воду приходилось покупать. Детский сад и школа работали в сокращенном режиме. Сейчас коммунальщики утверждают, что авария полностью устранена. До сих пор остаются разрытые траншеи, которые просто не закрыты. То есть в них скапливается снег, все раскрыто. И у нас до сих пор нет уверенности, что это все до конца устранено, что там не просто залатали, и что через месяц-два там опять не прорвет трубу или что-то еще не случится. Ситуацией в Тюменцево занялась прокуратура. В результате проверки выяснилось, что коммунальные сети, снабжающие питьевой водой сотни семей Тюменцева, бесхозны. Против руководителя ЖКХ возбудили административное дело. Штраф от 500 рублей до 1000. Жители села считают это наказание смешным и настаивают на возбуждении уголовного дела.